Вот приехали мы за Ночкой. Тут уже все разрушают, начинают. Ночка пристегнутая сидит, потому что забора больше нету. Во. Ворот тоже нету. Вот. Мы сейчас Ночку заберем и к бабушке отвезем. Что-то нам никто не написал, что Ночку забирает. Придется ее к бабушке отвезти. Да, хотя у бабушки еще две большие собаки. Ей и так кормить их. Пришлось ее пристегнуть на цепь, потому что здесь все открыто, люди бегают, ходят, школьники бегают. Она бы на всех кидалась бы, покусала. Да, Ночка? Еще бы куда-нибудь убежала. Или убежала бы куда-нибудь, да. Она очень быстрая Ночечка. Оп. Что там, Китти? Китти тоже раскормленная, да? О, какая шарик круглый лежит на кровати. Вот, что я сделал. Уничтожили все. Забора нет. Виноград, который 8 лет выращивался, весь вырубили. А мусор весь с дороги нам под окна поскидывали. Причем работают какие-то школьники, дети. Машина от Акимата, работают школьники. У нас же запрещено использование детского труда. Я не понял, или как? Вы мусор убираете? Да. А почему вы все виноград убрали, а все пакеты туда поскидывали? Я только что потом, заснял потом. Окна. Когда потом? Сразу все убирайте, ваш мусор с дороги. Поскидывали нам под окна. Вот весь мусор с дороги. Бутылки с дороги, это все, пакеты. Все сюда к нам под окна поскидали. Виноград убрали, а весь мусор сюда скинули. К нам под окна. Вот, бумажки, пакеты. Ночку мы уже отвезли к бабушке. Вот теперь здесь забора нет. Весь мусор с дороги будет сюда сметаться, правильно же? Ветром по-любому он будет сюда нестись. Вон экскаватор уже сколько сравнял с землей. Там тоже люди сажали цветочки. Да везде, вдоль всей дороги. Кустики красивые. Не просто же так это все сажалось. Что сажалось, чтобы машин не слышать и не нюхать пыль от них и выхлопные газы. Теперь они будут прям под окнами А им пофигу на все. Некрасиво, да? Они говорят, у них проект. Им надо все здесь убрать ради их проекта. А что, чтобы просогласовать проект с жильцами, об этом они никогда не подумают. А когда у нас что для людей делалось? У нас только все для начальства делается. Угу. Вот мы приехали к бабушке. Гафи, ты соскучилась по Ночке? О, Гафи сейчас Ночку увидит. Она уже ее там искала на старом месте в саду, где была ее будка. Все нюхала, искала ее, а ее там нету. Вот, сейчас посмотрим, Ночка по нам соскучилась. Она уже...
Ночка, ты соскучилась? Мамочка. Мамочка. Вот, смотри, кто к тебе пришел. Узнаешь? Вот это такая длинная. Ага. Расскажите историю, что с ней случилось. Вас ночка сначала не признавала, лаяла на вас, да? 5 дней хотела... меня рычала. Ага. Потом выхожу, брошу, она покушает без меня. Не дает виду, что она ест, как будто не ест. Сердится, злится, рычит, скулит, плачет, воет. Был тот ошейник коричневый. Смотрю, выхожу, ночки нигде нету, ошейник лежит. А, давай искать. Пошли мы с Мишей, идем. Везде все уголки. Я говорю, наверное, в погребе. Смотрю, она там на мешках сидит. Я взяла куртку, вытащили, ага, да? Потом под это вот ей под брюшко. Миша меня сверху тянул, я еле вытащила, такая тяжелая. Потом она меня как признала, потому что я ее спасла. Ага. Спасли второй раз ночку. Ага. А, третий раз. Сначала щенком ее спасли, потом спасли от бездомного этого, что сюда привезли, да. А потом еще с погреба вытащили. Еще с погреба. И теперь она вас видит. Да. Ой, ночь. Ой, молодец.